Мороз, солнце и спецтехника. На Раменском ипподроме работа кипит. Остаются считанные дни до старта сезона трековых гонок. Согласно предварительному календарному плану, 4 февраля здесь планировалось провести второй этап чемпионата России по трековым гонкам «Мороз-2018». И в связи с этим вчера комиссия Российской автомобильной федерации проверила готовность спортивного объекта. Оценено так, что заливка производится, бруствера не выполнены, как и центральная часть вдоль трибуны, так и на виражах, самое главное. И Российская автомобильная федерация сказала, что ипподром на сегодняшний день не готов для проведения чемпионата России, то есть высшего статуса Российской спортивной федерации. Сейчас брошены все силы на доведение спортивного объекта, соответствующий регламенту чемпионата России вид. За сутки удалось многое исправить. То правый вираж на 100% выполнен, значит, по отбойникам, левый вираж на 60%, передняя часть отсыпается. С помощью Раменского ДРСУ, значит, мы приняли решение, администрация и мы, в том, чтобы завозить и делать бруствера, как говорят, ну не в смысле любой ценой, значит, но создать условия для проведения автомобильных соревнований. Помимо состояния трассы Раменского ипподрома, на организационном совещании обсудили все вопросы, касаемые безопасности и медицинского сопровождения соревнования. Мы здесь находимся на большой территории, здесь есть трибуна, поэтому особый вопрос, чтобы трибуна соответствовала. Поэтому вот сейчас мы обязательно наше рабочее совещание завершим обходом всей территории, чтобы увидеть те проблемные вопросы, которые у нас есть еще неделя, чтобы их решить, и чтобы в следующий четверг действительно правоохранительные органы уже приняли и трассу, и саму территорию, да, в полной готовности. Решением комиссии Российской автомобильной федерации 4 февраля на Раменском ипподроме пройдет гонка «Легендс» на Кубок главы района, в котором примут участие титулованные спортсмены из разных стран. Также на ледовую трассу в этот день во второй группе выйдут «Рено Логан». Соревнования обещают быть зрелищными. А 23 февраля на Раменском республиканском ипподроме пройдет третий этап чемпионата России по трековым гонкам «Мороз-2018».